тут порталы! Что в их? Это не порталы. Реальность разрушается. Так, нам их закрыть? Сам подумай. Да понял, сделаем! Все, закрыть! Дестабилизация усиливается. Волны реальности опасны. Понял. Будем начеку. Волны реальности могут моментально менять... Я бабочка. А чё я была волна? Как там, всё в порядке? Я стал бабочкой, так что... Нет! Ну, дальше ты. Теперь ты мои уши, глаза, руки и ноги. Тебе нужно закрыть порталы. Справишься? Разумеется. Вперёд! Это точно что-то плохое, но выглядит прекрасно. Вот так! Но мне нужно еще время! Продолжайте! Принято! Я вижу еще три портала, но они очень далеко. Вот бы сейчас... О! Я телепортируюсь? Берегись! Нужно пробраться мимо охотников! Впрочем, неважно. Притом в полнейшем порядке! Я всю жизнь изучал эпицентр. Нужно торопиться! Я сейчас его увидел. Я долго не продержусь! Сейчас! Я доставлю нас к порталу! Волков я не ждал. Воу! Иная реальность прорывается. Нужно торопиться. О, волна реальности! Думай о людях. Этот мир меня не очень-то любит. Выглядит классно. Тебе идет. Ну, что там у нас? Мне все труднее. Не стойте на месте. Остался последний. Держись. У нас гости. Сейчас волна реальности не помешала бы. Отлично. Это последний! Мы справились. Это мощно. Так, очень важный момент. Там все в норме? Этого мало. Это не остановить. А зато я знаю, как сдержать взрыв. Он решил запечатать себя. Стой, не надо! Мы не уйдем, пока не закончим. Нужно помочь. Вперед!
возможности не будет. Опечатай эпицентр и перегрузи прибор. Перегрузить прибор? Я же останусь в петле. Придется выбираться с боем. Что бы ни случилось, не сдавайся. Я найду тебя, и ты мне все расскажешь. Даю тебе слово. И поехали! Мы сами по себе. Нас связывает древняя сила. Заставляет выживать. Отправляться в приключения. Всегда идти вперед. Смотреть в глаза страху, не боясь последствий. Противостоять зловещей тьме. В древней силе нужен баланс.